У него такой нежный голос, он прям такой хороший. Клубника. И йогурт. Всем привет! Новый канал у Жени. Всем привет! А сейчас мы хотели бы сделать реакцию на канал Алин Кьют Пай. Просили нас сделать реакцию на Алину. Я вообще очень часто делаю реакцию на Алима. Единственное, только самостоятельно одна. Я подписана на его родителей в Инстаграме. Очень часто мне в поиске выходит Алим. Поехали. Всем привет! Сегодня хотели поздравить вас с Днем Защиты Детей! И с началом лета, поэтому мы будем сегодня готовить мороженое! Он уже большой. Не, он просто... слишком, как будто ему... Он очень серьезный. Вот он как. Вы чего выкинул? Люля. Не любишь? Ты будешь готовить мороженое? Хорошо, давай. Перечисляй ингредиенты. У него такой нежный голос, он прям такой хороший. Клубника. И йогурт. Между прочим, не у всех получается снимать вместе с детьми, потому что они начинают все крушить. На, бросай туда. Карина очень интересно чистит банан. Смотри, посмотри. Ой. Нет. Мало, давай, да, еще по кусочку. Отламываю. Скажи, а как тебя зовут? У тебя какое отчество? Юсупов Алим Арманович. Арманович. Итак, Юсупов Алим Арманович забыл предупредить, что клубника должна быть замороженной. Это обязательно. Он ее заранее готовит. О, листочки спешили. Наверное, надо было эти кубочки. Она заморожена. Оторвать предварительно. Алим, подожди. Йогурт не сладкий. Кстати, можете добавить немного... Да? Какая у тебя что, новая панамка? Да. Покажи. Какая красивая. У тебя новая панамка? Это миксер. Это что-то. Делать однородную массу и заливать ее потом вот сюда, а потом поставим в морозилку. И она будет вкусная. Ты же любишь мороженое? Как любишь мороженое? Как? Покажи как. А какое, как ты мороженое кушаешь? Покажи. Ням-ням. Ням-ням. Мы заливаем это все в наши формочки. Раз. Мой внутренний перфекционист недоволен. Там йогурт остался не смешанный. Я уже... Считаю. Ты что, Галя, говоришь? Да-да-да-да! Йо, вот потом это красота. Потом наши красивые палочки. Раз, два, три. А, давай, вставляй вот это. Не-не-не, наоборот. Вот. О, от перфекциониста. Красиво. Красиво? Что, теперь в морозилку поставим? Пойдем поставим в морозилку. Ой, ой, ой. Пошли. Я буду болеть. Болеть. Так, это мы снимаем, снимаем. И оставляем на много-много часов в морозилку. 4-5 часов, как можно ждать такое время? Ждем. Я еще болею. Срочно мороженое. Что это за болезнь? Покажи, как ты устал. Воспаление хитрости. Блин, он вообще, да, такой высокий был? Ну да. Ой, ой, ты посмотри. Они сейчас что делают? Ваня снимают? Они с ним, слушай, я новых давно не видел. Их участием. Видела с участием других. Ой, ой, ой. Четыре, пять часов прошло. Мне кажется, она на вкус немножко на растишку, наверное, похожа. Как мы растишку раньше замораживали же. Я не замораживала.
Понравилось? Я бы еще добавила сюда сахара немного. Они пресноваты. А так вкусно. Это очень. Мне кажется, для детей самое то, полезно. Нет? Ну да. Домашнее чем? Мороженое, чем покупное. Любишь мороженое? На, пап. Мне кажется, все дети мороженое едят из-за того, что оно холодное. Им как бы пофиг, они могли бы есть лед. А ты какое больше любишь? Шоколадное или какое? Или клубничка? Клубничка. Вот мы и наелись, теперь отдыхаем. Поделились с вами ПП мороженым. Готовьте, ставьте лайки, комментарии. Спасибо за просмотр. Скажи всем пока! Всем пока! Всем пока! Маленький поваренок. Нам нужно приготовить ПП мороженое. Thank you.